Ежовик гребенчатый, место обитания на стволах еще живых или павших лиственных деревьев, дуб, бук, береза. Чаще всего в местах разлома коры. Встречается в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае, на севере Китая, в предгорьях Кавказа и в Крыму. Редок, занесен в Красную книгу, сезон с начала июля по октябрь. Выращивается искусственно, для этого используются опилочные или соломенные субстраты. Используется как в пищевой промышленности, по вкусовым качествам напоминает мясо креветок. В народной медицине используется как стимулятор иммунитета для лечения хронического гастрита, рака пищевода, желудка, лейкемии. В восточной медицине применяется как иммуностимулятор, стимулятор роста и регенерации отростков нервных клеток, антисептик. В некоторых случаях используется для лечения атрофического гастрита. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.